Букет. Во славу Богу. Ой, а я не могу установить. Встань рядышком, как будто меня качаешь. Вот, с гостями дорогими рядом. Когда еще такое? Я в лагерь не смогла, но зато хоть здесь. А в прошлом году ездили? Я ездила подряд лет, наверное, 6, пока Полю не родила. Вот, я ездила каждый год, но тогда нас столько не было. Я бы поехала, если бы нужда была большая. А то Галя сказала, что там, говорит, четверо еще едет. Ой, девушка-то эта с Украины, Приветка. Я думаю, 5 человек, ну и зачем у меня хозяйство? 2 огорода, еще 3-й у дочки. Вот, и мне не до этого, в общем, получается. И Галя сказала, я все равно возвращаться буду. Поэтому я не стала. Ясно. Была бы нужда, конечно, поехала. Нет, когда те старшие были маленькие, я ездила, кормила. Раньше мы по одной ездили, одна-две сестры, потому что не было так. А тут столько народу. Так. А в прошлом году, когда были, я не помню. Нет, в прошлом году не ездила. Говорю, пока Полю не родила, я ездила. Я еще с ней беременная ездила. Понятно. В следующем году нам 7, может быть, мы поедем. Не дней на 10. А живете в Барнауле? Барнауль на горе у нас сейчас не дом. Вижу, у тебя верхний платок. Что такое на горе в Барнауле? Тебя на камеру запишут. Садись на память. В интернет. Останешься навсегда в нашей памяти. Это видать на память, не на это дать. Кстати, посмотри, какая девушка красивая. Двух платочков. Там она ты уже смотрит. Знаменитость будешь мне себе. Я же ничего устроила, Сережка. Мы же ездили на этой неделе, отдыхали на Правдинское водохранилище. Я там решила концерт христианских песен дать. Рыбаки собрались, да, там место такое. Много сорожки. Они на лодках, примерно вот как половик на уровне, да, лодки там от меня. А я на берегу села возле костра. И они там рыбу ловят. 19 лодок я насчитала. Начала о Христе петь. Больше 10 песен, наверное, спела я. Ну, 2 лодки сразу почти уехали. Сразу так раз. Остальные сидели. И главное, что я боялась, что мой будет возмущаться. Даже слова не сказал. Думала, сейчас как повернется с лодки, как мне кулак покажет. Ничего, молчком так спиной просидел. Потом я говорю, слышно хоть было? Наверное, что-то ты не сердился. Он говорит, слышно было. Говорит, даже все слова было слышно. Говорит, нормально. Как лишние конкуренты разъехались. Рыбу больше. А я думаю, а вдруг меня за этим послал Господь туда. Молодец. Хоть засвидетельствую. Что просто так сидеть-то я? Позавтракал и хорошо у меня. Он за вами приедет? Настроение. Должен приехать. Я, правда, с ним не договаривалась, но думаю, что приедет. Пойду я половики стирать. Ты договорись, что попозже. Ну, давай возле Спартака дадим концерт сегодня. Стираешься, что ли? Несанкционированный выход. Ну, у тебя нет этой лицензии-то. У меня о проповеди есть, дома лежит, подписано.